Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab S6 Lite. И сейчас мы вместе с вами будем вводить коды. Итак, открываем телефон. И первый код, который мы введем, будет звездочка, решетка, 0, звездочка, решетка. И таким образом у нас открывается тестовый режим. Второй код. Звездочка, решетка, 0808, решетка. Здесь у нас будут настройки USB. Дальше. Звездочка, решетка, 1, 2, 3, 4, решетка. И здесь у нас будет версия прошивки. И последний код. Звездочка, решетка, 2663, решетка. И расширенная версия прошивки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.